Губернаторов будут охранять полицейские. Новый законопроект рассмотрят в Госдуме. Функцию по обеспечению безопасности глав регионов и госкорпораций планируют передать сотрудникам МВД на коммерческой основе. Подробнее об этой и о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Охрану губернаторов могут доверить полицейским. Сейчас готовится новый законопроект, по которому сотрудникам МВД отдадут функции охраны глав регионов и госкорпораций на платной основе. Предполагается, что использование услуг полиции позволит существенно сэкономить на безопасности. Это уменьшит расходы в 2-3 раза по сравнению с той суммой, которая сейчас тратится на собственные службы безопасности или услуги частных охранных предприятий. При этом сотрудникам МВД не нужно будет платить за аренду и покупать им оружие. У депутатов могут отобрать часть льгот. На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о запрете так называемых «золотых парашютов» для парламентариев всех уровней. Речь идет о выплатах, предусмотренных для народных избранников, которые не смогли пройти на выборах. В ряде регионов России депутаты приняли законы, которые обеспечат им получение солидной суммы в случае, если их не изберут повторно. В некоторых субъектах сумма составляет 500 000 рублей. По мнению авторов инициативы, внесенной в Госдуму, это незаконно и нужно полностью запретить подобные выплаты. В России повысят цены на дешевые лекарства. Искусственно увеличить стоимость медикаментов предлагают в федеральном Минздраве. Чиновники уверяют, это необходимо, чтобы не допустить ухода с российского рынка производителей дешевых лекарств. Они, по данным специалистов, продавались ниже установленной государством планки. Теперь медикаменты стоимостью до 50 рублей подорожают на 30%, от 50 до 500 рублей – на 11%. Кроме того, отечественным производителям разрешат проиндексировать цены на уровень инфляции.